Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня с Арделька? Вчера я уже не снимал битву гильдий. И атаку фортов. Не было немножко времени. Сегодня решил, все-таки я добрался до русского сервера, потому что ну, я здесь, вот у меня есть два аккаунта, и я всегда прохожу битву гильдий. Независимость от того, там занят, не занят. По сути, это занимает, ну, 10-15 минут два раза в неделю. Но у меня в гильдии куча, ну, не то что сливунов. Мы будем сегодня сливать сливунов. Куча халявщиков, которых мы будем просто кикать. Надо было еще раньше это сделать, но я что-то не посмотрел. Так, ну, два претендента самых нижних с такими очками, ну, это просто бывает... Эге-ге, не знаю, кто это. Я даже не знаю, кто это такие. Артемка их принимал, самого первого мы кикнем. Артемку. Самый главный сливун. Так, давайте я хочу еще плюшки позабирать. Потом пооткрывать. Так, прокачались немножко. Еще себе 200 сумочек с хватайки. Блин, что место занимает? Эмблемки, точки защиты, не знаю, что-то последнее время такая лень, не знаю, фармить. А, откуда это? Это лень берется. А вообще просто все больше и больше лень фармить с такими обновами. Так, поехали. Абгильдии, отметиться. Участник, управление и поехали. Артемушка, 24 дня назад заходил, но ну, это ужасно. Как тебе не стыдно, Артемка? Так, это все наши абрикосища, Андрюха. Так, до свидания. По поводу приема, ребят, пишите мне в телегу. Дайте заявочки, прием буду делать, ну, от 100к пока. Блин, столько народа, я даже их не знаю, честно. Сотрю. Просто хз, кто это? Вот плохо, кстати, хотелось бы, чтобы была возможность вот у главы сразу же отсюда, допустим, кикать игрока. Вот ты зашел на свою гильдию, да, увидел. Он просто пропустил. И вот отсюда сразу его кикнул. Довольно-таки было бы удобно. Так, Киман 05, Шкет и Арес 25. А так получается все вперемешку. И, честно говоря, вот иногда очень неудобно. Чистим сливунов. Ну, нету смысла. Такая сила. Я реально из этой силы попадаются 200-300к ребята, у которых есть огники, там и зефиры. Я нифига сделать не могу. Ну, бессмысленно тоже раздавать силу. И тем более, что ребята не ходят. Вот я даже слился вчера. Сливун еще тот. Так, вертов. Ялта и Стримикс. Стримикс, узнать. До свидания. Готов. Ужасно. Артемка дольше всех не заходил. Это ужасно, Артемка. Так, с атаки фортов забрали. Тоже атака фортов вчера была бомбическая. Так. ГГВПО. Даник.
на Е3 семерки. Так, Даник. Даниил, 2 дня. Ну ладно, тут 700к, это мы простим. КГшки можно простить. Добрый я. Так, я вот его. Файт. Вроде все. Вроде как бы все. Так, суки, со сливунами разобрались, поехали, пооткрываем плюшечки, что там у нас есть интересного, сундучки, так, отлично, опять книжечки. Блин, знаете, побегал землеройкой, ожидал, что землеройкой реально будет нормально бегать на битве гильдии, фиг там. Надо качать к нему и ворожея однозначно для подхила, и если у меня... Сундуков ворожея качать для подхила, это раз, и оккультиста. Только тогда, возможно, будет более-менее нормально. А так, очень быстро сливается, как ни странно, прокачал вторую эволюцию, именно его всегда дамажит. Вот именно его надо задеть. Ворожей без эволюции дольше стоит, Купидон живет, Анубис, который там на первой эво у нас, по-моему, тоже нормально живет. А этот просто тупо не тащит. Не знаю, что так. В запределе, в принципе, более-менее нормально. Так, а ну-ка, отлично. 20 коробок. Нафига мне столько их? О, кулачки, исцеление. Ну, исцеление у меня есть. Но, наверное, сейчас вот плюс то, что у всех без донатов уже, я думаю, надеюсь. Нифига себе, недостаточно места. Что у всех без донатов исцеление хотя бы есть. Сколько времени уже прошло, я надеюсь, все берсы поменяли на исцеление. Хотя бывают аккаунты, у ребят попадаешь, заходишь во время роллинга, либо там еще что-то смотришь. Просто целый трэш. Не знаю, что вы там смотрите, но берс уже на сегодня... Блин, что за фигня? Пацка кулаков подарочных. Так, надо еще одно хранилище улучшить. Так, и строителя надо, и то надо. Надеюсь, что завтра на русском сервере дадут те же плюхи, что дали на остальных. Потому что на всех серваках остальных дали офигеннейший наборчик, а русские что-то как-то проморгали. Так, я могу уже открыть. Так, ну такое себе по расходникам получается. Ацка, да, КГшки мне теперь надо копить. КГшками за пара. Там конкретная. Так, ну я, конечно, как обычно, хладного в новой локации. Чувствую, так и не соберу. Чуть подвисает жестко. Жестко просто. Так, ставим. А тут нейтрейка поставить. Тайку Анубиса. Ну, первая, вторая волна проходится еще более-менее. А вот на третью я больше чем уверен, что я, наверное, ее даже не пройду у себя на этом аккаунте. Не помню, ли у меня тут есть ледяха, хорошо прокачанный. Вообще герои не прокачаны, но тут ледяха нужен очень и очень.
меня слабоватый здесь ледяха. Пробуем, по крайней мере, сейчас хоть бы попробую. Так. Попробуем такой вариант. Фут еще. Ну, тыковка делает чудеса исцеления. Вот то, о чем я говорил. Качайте исцеление. Надо еще, конечно, и прокачать нормально прорыв. И все будет гуд. Так, ну тут тоже затащили. Несложно. Не знаю, сколько у меня здесь осколков. Надо сейчас чекнуть. Я, по-моему, тогда начал пропускать. Так, а вот тут, конечно, сложновато. Надо быстренько все сделать. Рейка. Ройку. Анубиса. А я не знаю, или мы сейчас затащим. Видите, ледяхи не хватает конкретно причем. Хотя Дрейк вот на разгоне отлично. Может, не все так плохо. Самое главное, чтобы тыковка, видите, даже ледяха там. Можно и без ледяхи бегать. Столько изи локация. Хорошая тыковка. Залог успеха. Так, медузки. Ну, в принципе, даже если они сейчас пройдут, это не страшно. Было бы интереснее, если бы здесь были ответки от героя. Вот это было бы интересно. То есть они бежали, но еще и били. Вот это было бы веселей. Такс. Ну, в принципе, зафармили. Что у нас получается? Собрали мы или нет? Ну, вряд ли, думаю. Я, по-моему, здесь вообще даже не фармил. Так, отлично. Хоть новые эмблемки получу. Так, что у нас там по плавному призраку? Там, наверное, печально. 67-200. То чувство, когда забил вообще полностью на фар. В общем, такие вот, ребят, дела. Кто играет на русском сервере, кидайте заявочки. Пишите в телегу мне по поводу приема. От 100к силы только активные, кто бегает на битву гильдии, атаку фортов. А факела там и прочее мы не бегаем давным-давно, но эти локации обязательны к прохождению. Все, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.